над нашим домом постоянно ветер крутится. Постоянно. А не сможешь ты его ветер заставить на наш дом, чтобы работать? Вот супруга такой вопрос мне задает. Я сразу раз задумался. 6 шестеренок от мотороллера. И цепит также. Стабилизатор напряжения стоит. И он фиксирует, он держит 16, если хоть какой будет ураган, он все равно будет выдавать 16 вольт. У вас на нем что работает? Работает 2 телевизора, 2 холодильника работает, скважина работает. Вот мы сейчас, вот стоим, она закрытая. Ну и, соответственно, в доме лампочки работают. Это мое электричество, я сам выдумал своей головой. А у меня горэлектронадзор, помню, приезжал как-то, когда я его только изобрел. И вот я гляжу, 6 человек идут ко мне. Ну, я вижу машина. Горэлектронадзор. Ко мне. Думал, что хотят, налогом, что ли, обложить. Здравствуйте, здравствуйте. Можно к вам в гости заходить? Они все просмотрели, все оборудование мое. Могут, да, исключительно, все нормально. Ну и все. А что, нам платить не будешь за электроэнергию? Я говорю, как, я за свою голову, что ли, буду платить? Сам себя обдирать, что ли? Я так заявил. Я говорю, мужики, не обижайтесь. На чай буду вам давать, на чай. И я полмесяца своим светом, полмесяца их. Ну, сколько я плачу? Ну, 60 рублей я плачу. Всего выходит за месяц.